завидуй, когда... тише. Я твоего ребенка сегодня кормила слонами. Слонами? Слонами, потом этими, как эти тигры, огромным слоном, тиграми, еще какими-то гроцами всякими. Потрясающе. Настроение тут, конечно, Рио-де-Жанейро просто, а не Бали. Так, Дакота отрабатывает свои... Так, за это тоже еще 5 раз приседай, грудиянка! Свои матершинные слова, она 10 раз приседает. Вот сейчас этот нехороший палец мне показал, и еще 5 на ваших глазах, девочки. Дакота, давай! С тобой. Молодец. Вот, берите пример, девчат. Смотрите, пляж с черным песком. Он блестит. Я не знаю, видно ли вам, как он переливается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, у меня теперь подол мокрый, мамочки. Мои следы вечности. Вот здесь вулкан, видимо, какой-то. Лаву оставил, видите, она здесь. И океанские волны. Сейчас пойду, девочки, по берегу и буду обдумывать Новый курс. Он родился сегодня, запомните этот день, пожалуйста. Новый курс будет. Он меня сейчас очень зарядил, и я за 10 минут написала программу. Так бывает. Адское вдохновение прям такое, прям неудержимое. Хочу его доработать. Не знаю, как кто, а больше всего, когда я не на море, мне не хватает именно этого ощущения мокрого песка под ногами и разбивающейся волны. У нас тут такой закат. Прям даже никуда на вьюпоинт не надо было ехать, в смысле на обзорную площадку, вон какая, от нашего бассейна. Панорама открывается. Какого цвета томил небо? Оранжевая, правильно. Да. Вот и вам. Еще синяя. Еще синяя, правильно. И розовая. И розовая, точно. Секса Мадуро виноватен. Да? Понятно. Значит, у него был повод, если она так себя вела. Что с вами случилось, вы правда в этом не виноваты. Что ему еще оставалось, кроме как взять топор, засунуть ее в багажник, отвезти ее в лес? Ни один человек не имеет... Ради девчонки, всем привет! Я хочу вам рассказать о втором потоке марафона по самооценке.